Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами куриные рулетики, запеченные с беконом и сыром. Приготовленное таким способом куриное филе получается не только сочным и вкусным, но и достаточно праздничным. Такое блюдо, поданное на горячее, украсит любой праздничный стол. Куриное филе нарежем тонкими пластинками. Можно дополнительно еще и отбить мясо. Специи я использую смесь для курицы, соль, перец, черный и белый. Перемешаем и натрем этой смесью филе со всех сторон. Твердый сыр нарежем брусочками. Помидор тонкими дольками. Теперь приступим к формированию рулетиков. В центр пластинки филе выкладываем ломтик сыра и дольку помидора. Сворачиваем рулетик. Сверху обматываем его полосками бекона. Так поступаем со всеми кусочками филе. У меня получилось 9 рулетиков. Складываем их в форму для запекания. Оставшийся сыр натрем на терке и присыпем рулеты. Сверху посыпем специями. Отправляем в духовку для запекания при температуре 180-190 градусов. Вот какие аппетитные рулетики из куриного филе у нас получились. Подавать к столу их нужно горячими. Такой аромат запеченного бекона, вкус нежнейшего филе в сочетании с расплавленным сыром никого не сможет оставить равнодушным. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.